Йодированная соль вместо химии и специи вместо спайсов. Пакетики с приправами раздали сегодня молодогвардейцы студентам. Акцию приурочили ко дню работника органов наркоконтроля. Он отмечается в стране завтра. Активисты рассказали молодым людям о вреде употребления и напомнили об уголовной ответственности за хранение и распространение наркотиков. Акция, конечно, хорошая, да, то есть я считаю, что нужно, так сказать, прививать в людях, так сказать, жизнь к спорту больше, чем вот к этим вот веществам, согласитесь, да? Не, конечно, это розыгрыш, потому что я не думаю, что так просто будут ходить раздавать наркотики, да, тем более в таких количествах, и тем более бесплатно, не везде тогда, ну хоть Тюмень, но все равно. Примечательно, что не все студенты знали, что слово «спайс» переводится не иначе, как «специя».